Мы находимся в Музее современного искусства Эрарта на выставке группы «Куб. Полшага в сумерки». Она посвящена такой, может быть, немного инфантильной теме детских страхов. Здесь явлены разные мелкие бесовские сущности. Недотыкомки, гоши, бабайки, кентавры. Но так или иначе, эта выставка находится на передовой современной науке. Она являет нам сущности, рядом с которыми мы будем жить в завтрашнем мире. Химер, полулюдей, полуживотных. Несмотря на, может быть, напоминающий иллюстрации к детской книге стиль, на такую несерьезность, легкость, яркость этой выставки, она призывает нас задуматься, кто эти сущности, которые уже рядом с нами, уже среди нас. Очень личный проект, построен на таких ощущениях, которые сложно объяснить. В данном случае мы взяли страх, есть работа, где детский страх, но не обязательно он должен быть детский. Да? Страх наивный, нигде присутствует, там кто-то бежит за кем-то. Но это страх, который рождает фантазии. То есть вот, мне кажется, просто для меня вот лично, по крайней мере. Я думаю, что естественно, да, рождает фантазии. Вообще «Сумерки», как, исходя из названия, «Сумерки» вообще рождают фантазии, тебе подсознание начинает. При этом мы специально этот проект назвали не «Сумерки», а «Полшага в сумерки». Это когда взрослый человек делает шаг в детство, в эту детскую фантазию, которая рождена детскими страхами, но она превратилась уже в взрослую нашу творческую фантазию. Эти детские страхи, да, призваны, когда ты уже взрослый, идешь, шагаешь по Петербургу, вот как сегодняшнее, да, солнце, морозец, и вдруг внезапно какой-то, ну, знакомый запах либо звук, и тебя уносит именно куда-то туда, далеко-далеко. Это чувство, оно не обязательно какое-то должно быть ярким, которое, ну, вот в тот момент было, но оно в тебе вызывает какие-то приятные ощущения. Вот мы про эти ощущения, чтобы они, ну, человек чаще обращал на них внимание, на какие-то простые вещи.